Здравствуйте, уважаемые друзья. 17 мая, день рождения табуретки Путина Токаева. В связи с этим мы, граждане Казахстана, 17 мая в 12 часов дня организуем перформанс-акцию протеста и приглашаем принять участие в этой акции граждан Украины, Казахстана, России и Беларуси. Протест будет на этой площади Винцеса Кудирки в Вильнюсе. Протест против помощи нелегитимного президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева России в войне против Украины. Международное сообщество осознает роль Лукашенко в войне России против Украины, однако недооценивает роль Токаева. Казахстан – одна из ключевых стран-помощников России в войне против Украины. Данной демонстрации мы хотим привлечь внимание литовских политиков и общественности к этому вопросу. Демократические страны в публичных заявлениях часто хвалят власти Казахстана за якобы прогресс в политических реформах. Однако никаких реальных реформ не было и не будет. Токаев продолжает и защищает кровавый режим Назарбаева и помогает Путину. Кладет Казахстан под Путина. 17 мая, 12 часов дня. Ждем вас на этой площади. Всем спасибо.